В здании было сильное задымление. Людей в срочном порядке эвакуировали. Как выяснилось, пожар начался в квартире на первом этаже. От огня и копоти пострадали также второй и третий этажи. Пожарные прибыли на место оперативно. Жертв удалось избежать. Причину возгорания сейчас выясняют следователи. Пожар также стал причиной большой пробки на Донской в сторону центра.